Очередная посылка из Китая дошла за 21 день с момента заказа. Продавец отправил через 3 дня. И здесь у нас должен быть VGA кабель. Давайте вскроем и посмотрим. Как видите, пришел вот в таком вот мусорном мешочке. Надеюсь, с кабелем все нормально. И вот он сам кабель. Обычный VGA-шный кабель. Должен быть 1,50 м. Ничего супер-пуперского в нем нету. Папа-папа. Здесь у нас ферритовые кольца от помех и здесь, и здесь. То есть не должно быть никаких помех. Зачем я себе взял VGA-кабель? У меня как бы есть VGA-кабель. А взял его для своего ZX Uno. То есть, чтобы у меня был специально на ZX Uno отдельно VGA-кабель. И я с монитора не тыкал постоянно, когда хочу его подключить. И в скором будущем, наконец-то, я надеюсь, установлю третий монитор себе. И, в принципе, он на третий монитор тоже мне понадобится. Так что взял себе еще один кабель. Как бы потом еще один не заказывался, на монитор его прифигачу. А может, и не буду заказывать. Кабель недорогой, брал за 75 гривен. Осталось его затестить. Давайте сейчас подключим к какому-нибудь монитору. И проверим, работает он или нет. Ну и перед этим давайте померяем, есть здесь 1,50 м или нет. Итак, вот моя линейка, поехали без штекера. Я знаю, что китайцы любят мерить со штекером. И 1,19 м без штекеров. Давайте теперь замерим со штекерами. Но что-то я очень сомневаюсь, что штекера 20 сантиметров. Давайте даже вот прям вот отсюда, вот от самого папы. 1,25 м, 1,31 м, то есть 1,50 м здесь нету. Продаван немножко намахивает, когда пишет, что здесь длина шнура 1,50 м. Вот такая вот фигня. Ну и теперь давайте приступим к тестам, работает или нет. Итак, подключил я вот кабель к нашему ZX Uno, и кабель у нас рабочий, все у нас показывает отлично. Давайте даже что-нибудь запустим. Ну, как видите, все показывает. Я хз, что это за игра. Но, одним словом, кабель показывает, все нормально. На этом, как бы, в принципе, все. Сами видели, кабель рабочий. Все отлично у нас работает. Показывает. Как мой ZX Uno, так и будет другой остальной компьютер показывать. Кто хочет себе такой кабель, ссылку оставлю в описании. Переходите и заказывайте. Но учтите, что он не 1,50 м, а 1,30 м. То есть рассчитывайте на длину 1,30 м, а 1,50 м. Так что, если вас 1,30 м устраивает, ссылка в описании. Переходите и заказывайте. А кому понравилось видео, ставьте лайк. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить очередное видео. Да, и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вам приходили оповещения.